Возгорание произошло на втором этаже вот этого дома. Клубы дыма вырвались наружу, и прохожие сразу обратили на это внимание, вызвали пожарных. Огнеборцы смогли попасть в квартиру через открытое окно, выбив москитную сетку. Минзида из Могилова прибежала домой сразу, когда ей позвонили соседи и сказали, что из ее квартиры идет запах гари, а дома ее уже ждали пожарные. Просто я варенье оставила в кастрюле, и все. Все, не все, кастрюля только пострадала. Как оказалось, женщина поставила кипятиться вишневое варенье, забыла про него и ушла на работу. К счастью, пожарные приехали вовремя и быстро справились с очагом возгорания. Огонь не успел распространиться, но сильный запах гари дошел даже до верхних этажей. Дочка открыла дверь и сказала: «Мама, пахнет». Вышли, да, действительно сильный запах. В пожаре никто не пострадал, но все могло закончиться плачевно, ведь путь к подъезду перегородил припаркованный во дворе автотранспорт. Пожарная машина еле смогла проехать. Номера нарушителей зафиксировали, теперь они будут платить штраф за неправильную парковку. Алсу Арсланова, Ренат Харасов, новости НТР.